Следующий не менее популярный вопрос, чем я рисую. Я рисую в двух техниках, графика и пастель. Карандаши от Faber. Кстати, можно понаблюдать популярность мягкости. Самый короткий это 3B. А вот карандаши H и F даже не тронуты. Два угля в карандашах, один посуше и помягче. Для пастельных работ, конечно, мелкие карандаши. Здесь мелкие Мюнгё и Рембрандт. Еще есть два набора, я не стала их смешивать. Это Кохинор и Мюнгё более твердые. Карандаши тоже сборные, в большинстве Стабила. Они отлично подходят для базового набора. И из новинок есть такой небольшой наборчик от Кохинор. Здесь довольно яркие спектральные цвета.